взял вот гитару, хочу бацать песенку. Подожди, у меня тоже что-то было. О! Давай! Опа! Опа! Отлично! Как же так? О! 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 Тихо, тихо, пузырятор! Нет, убиваю! А ну спасай! А? Железо, железо, железо. Железо очень полезно для организма. Какой-то динозаврик улыбающийся прыгает. Где? Мне интересно, он опасный вон? Там двое даже. Действительно улыбающийся динозаврик. По-моему, не опасный, не агрессивный, смотри. Ой-ой, зато мелкая тварь какая-то выпрыгнула. А это как, знаешь, есть такие собачки, они все время мелкие твари выпрыгивают непонятно откуда. Пытаются тебя укусить или погавкать на тебя. Она, наверное, мясная. Нет, она кожаная. Теперь фонарики не нужны. О, я опять слив сделал. Смотри. Ты водопроводчик. Я Марио. 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 Тоже непонятные существа. О, что это? Это смесь бульдога с носорогом. Это рогатые хамелеоны. Они меня хотят съесть. Беги, я пока спрячусь. Беги, я пока спрячусь. Это вообще сильно. Он меня зажал в углу. На, я ему прям в мозг стрелой вонзил. Тут нашел жалюзи. Собирай. Собирай их. Жалюзи ты нашел? Или они тебя нашли? Жалюзи. Да, кто кого, сундук. Ох ты, ёлки-палки, я чуть себя не запалил. Ха-ха-ха-ха, я его поджёг. Нет, отстань от меня, нет. Меня убили. Блин, я достал свою палку, она чуть не била. Так, предлагаю валить с этой планеты. Скудные запасы тут. Слушай, а если я коктейль Молотова взорву у тебя на корабле, что произойдет? Ну, даже не знаю. Меня выбросит в открытый космос? Возможно. Так, а Молотова у меня нет, у меня есть бомба. А, ну бомбу можешь взорвать. Так, я выполз. Ты не поверишь, я выполз. А что она не взрывается? Ой! А ну, у тебя дырка в корабле. Ну, ты молодец. Блин, я тут какой-то еще пульт управления уронил. Он вот здесь вот сел на стене. Это что это было-то? Я не знаю, что это было. Может быть, это топливный бак твоего корабля? Иди лови. Я не хотел, честно. Ну ты сказал взрывай, я и взорвал. Так. Слушай, мне тут предлагают залепить. Действительно, я починил. Это как, знаешь, да, набор картинок, типа, и я, и мама, я все починил. Да-да-да. О, господи, ой, боже мой. Давай, я буду приманкой. С этого фиолетового мозга упал. Меня бегут от моей ужасной музыки. О, нет. Смотри, нет, я привел. Они такие, о, нет, это же Филипп Киркоров, бежим отсюда. Уже он топиться пошел от твоей музыки. Ой, что делаешь? Интересно. А он не может туда запрыгнуть. А ну ты что творишь? Бежим! Мозг на. Ух ты! Жжется! Горим! Я горю! А я почему деревья-то не поджигаю?
горю теперь. Уйди от меня. Уйди, говорю, про... Уйди. Свали мозг. Я тебя породил, и я тебя уничтожу. Нет, я горю.